Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG 55 Nano 806QA. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените мой труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 55 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка HLED, частота обновления 60 Гц. Каждый цвет раскрывается естественно, впечатляющая и реалистичная цветопередача благодаря технологии LG NanoCell, чистые цвета и Real 4K. Уникальная технология цветопередачи. Технология LG NanoCell использует наночастицы для фильтрации неочищенных цветовых оттенков из волны RGB сигнала. Интеллектуальный процессор i5 Gen 5 4K анализирует исходный контент и оптимизирует его для получения высокого качества изображения. NanoCell Кино. Дома как в кинотеатре. Наслаждайтесь любимыми фильмами с великолепной цветопередачей на большом экране LG NanoCell. Filmmaker Mode. Наслаждайтесь фильмами в тех цветах, как это было задумано режиссером, без коррекции текстуры или других визуальных настроек фильма. HDR 10 Pro. Благодаря покадровой динамической тональной компрессии все типы контента отображаются с улучшенным контрастом для получения более яркого изображения и погружения в контент. Размеры телевизора 123,3 см в ширину, 71,6 см в высоту, толщина 4,4 см, вес 16,3 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление ВИСа 300×300. На задней панели расположены стандартные разъемы. 2 USB, 1 Ethernet RJ45, 4 HDMI, 1 Optical Audio Out, вход для антенны RF, 1 CI+, 1.4, 1 CI+, 1.4. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Операционная система WebOS. NanoCell Gaming. Получайте удовольствие от видеоигр на большом экране. Полное погружение в современные видеоигры благодаря всем необходимым технологиям для гейминга. ThinQ AI. Удобное управление через пульт Magic Remote. Телевизор LG NanoCell имеет удобный голосовой интерфейс, адаптированный специально для вас. Умный помощник и возможности подключения. LG NanoCell поднимает удобство использования на совершенно новый уровень благодаря поддержке Apple AirPlay и HomeKit. Удобно управляйте подключенной бытовой техникой и смотрите нужную информацию, используя простые голосовые команды. Мой профиль. Создавайте персональный профиль для каждого члена семьи, чтобы быстро находить нужный контент и удобно выбирать часто используемые приложения. AI Sound Pro. Наслаждайтесь звуком с эффектом погружения с AI Sound Pro. Алгоритмы глубокого обучения искусственного интеллекта конвертируют двуканальный звук в виртуальный звук 5.1.2, позволяя наслаждаться любым контентом с оптимальным богатым звуком. AI Sound Pro также корректирует настройки звука в зависимости от типа просматриваемого контента, позволяя вам получить аудио-визуальное наслаждение. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 10 Вт. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях. А чтобы поддержать канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!